Так, пожелайте что-нибудь подписчикам. Чтобы почаще заезжали к вам сюда. Я рекомендую пирожки с луком и яйцом. А так чтобы... вы сами пожелайте. Нет, это я пожелаю, само собой, теперь вы пожелаете. Ой. Нет. Но у нас не только пирожки вкусные. Ну, мы попробовали. У нас и банька прекрасная. Но это, вы знаете, это не реклама. Потому что очень многие подписчики, типа автотуристы, автопутешественники едут, и у меня интересуются, где можно остановиться, ну, там, чтобы спокойно было, и кухня, и так далее. Давайте. Ну, на 1-2 минуты. Где вы находитесь, место значит, какое? Это поселок памяти 13 борцов. Красноярский край, Емельяновский район. Кафе СОЖ. Еще раз. Кафе СОЖ. СОЖ. В кафе имеется теплый туалет, баня, охраняемая стояночка с видеонаблюдением, прекрасной кухней и хорошим персоналом. Восхитительно. Да. Благодарю вас. Так, 9-я серия. Москва, Красноярск. Трасса М5 Урал. Перевал через Уральские горы. Подъезжаем к поселку, вернее город, поселок городского типа или, наверное, город все-таки. Город Сим. Место невероятной красоты. Сразу открывается панорама резко. Первые годы всегда останавливался и снимал и фотографировал. С правой стороны открылся вид, панорама. В Симе можно остановиться. На ночь спускаемся. Останавливался к реке Сим. Мост. Через и отдохнуть, и купить сувениры, подарки. Тут и мотели, и потом на подъеме. В общем, весь спектр. Ну, на подъеме я, наверное, не смогу угадать минутку в минуту, секунду в секунду. Но с правой стороны по ходу будет смотровая площадка. Постараюсь, конечно, это место определить на видео. Мы проехали мост через реку Сим. Надеюсь, это совпадет. И имейте в виду, подъем, значит, две полосы на подъем и одна встречная. Левая полоса для легковых. Но, как видите, большие грузы занимают две полосы. Вот с правой стороны сейчас смотровая площадка. Будет резкий поворот налево, а вот с правой стороны грунтовая. Ну, на 15-м канале идет обсуждение того ДТП, которое будет впереди.
живут вторые сутки. Ну, в оригинале с реальным аудио это место автомобиль. Большой груз перевернулся и стройматериалы там. Но когда будем проезжать тот участок, я не знаю, совпало или нет, нам комментарий с картинкой. Замедленной скорости пустил, чтоб могли более-менее рассмотреть все это. Ну, здесь... Вот видите, торговля топливом, контрафактом. Очень активно по всей трассе, ну, по всем трассам. Вот небольшой затор. Небольшой затор, там регулировка. Стоят ГИБДДшники, регулируют. Регулируют потоки. Ну, этот участок я замедлил в этом месте, чтобы могли рассмотреть. Вот общение на 15-м канале по этой аварии, по этому ДТП. И это будет продолжаться в течение всего дня, когда будут обмениваться информацией об этом ДТП. Но впереди Кропачёво, одно из примечательных мест. Thank you.
Так, не к чему привязаться. Но далеко впереди и слева Кропачёво. Это маленький город, малый город. И перед поворотом на Кропачёво, вот это место для отдыха, для стоянки. Повторю, что там можно купить и сувениры, и получить услугу по радионавигации, по радиостанциям, по навигаторам, по видеорегистраторам, с автомобилями, с картами и так далее. То есть очень широкий спектр. Где это? По телефону, что ли? Слышите, да? Крики в эфире. Сейчас начнут его. Сейчас будут реплики в его. Слышь, ты помнишь, когда ехали в Красноярск, вот этот возле Кропачёво? Это сумасшедший будет орать в течение... Готовься к Симферополю. В течение не одного часа. Он достанет всех на трассе. Когда? На лет? Ну, спрашивают о сроках и возможностях. Да, возможно. Хорошо, я готов. Вот-вот. Слышь, орёт? На 15-м канале. Не, не помню такого. А, слушай, а мы же тогда, по-моему, по отдельности как-то поехали, нет? Да, ты заезжал. Да, я его не слышал, у меня этот... Как короткие же волны генерации настроены. Ой, кошмар вообще. Ну, в общем, этот придурок, который орёт в эфире, я говорю, такие вызвал комментарии, что вспомни, вспоминаешь, и смешно становится. Он или пьяный, или обкуренный. Или под наркотой, непонятно. Но где-то в течение часа с лишним вот так уже оружие. Трасса М5 Урал. Перевал через Уральские горы. По-моему, слышно эти вопли. Ну, на оригинальном аудиосопровождении потом послушаете. Впереди слева километров через 10 Усть-Катав, город. Ну, на оригинальном аудио очень много было разговоров о этих безумных криках в эфире, обсуждали. Но нормальный, адекватный человек так себя не ведет. Конечно, возникла мысль, что человек упал в беду, но одно и то же очень маловероятно.
проехали поворот на Усть-Катав, но впереди еще будет один поворот через несколько километров. Тоже Усть-Катав. Железнодорожная станция Усть-Катав. С левой стороны Катав, река, и Усть-Катавский пруд. По мосту через реку Катав, которая петляет, это с правой стороны. Деревня Орловка. Деревня Орловка с правой стороны, Усть-Катав слева. Полотно дороги сами наблюдаете, по одной полосе в каждую сторону. Участок довольно опасный. Перевал через Уральские горы, трасса М5. Довольно опасный. Километров через 15 Юрюзань. Невероятно красивое место. Невероятно красивое. Ну а больше ни к чему привязаться не могу. Дорога проходит по горам. Спуск, подъем, ущелье. Лесные массивы и слева, и справа по ходу движения. В этот раз движение достаточно свободное, без заторов, без пробок. По-прежнему ничего временами. Достопримечательного ни справа, ни слева. Достаточно редкое. Не вижу, чтобы привязаться. Ну, далеко впереди. Стараюсь ехать с такой скоростью, чтобы не догонять впереди идущих тихоходов. Далеко справа. Такой, к сожалению, трехгорный. Бывает редко. Если слышите грохот, это сосед ремонтирует квартиру уже третью неделю. Иногда поворачиваю камеру, чтобы можно было хоть что-то заснять из-за того, что не попадает при обычном расположении регистратора.
держит, как между грохотом, я вот буду что-то говорить. Ну вот сейчас объезжаем Иерусалим. С правой стороны остановили работу по комментированию грохот. Жил улицу Ленина, Иерусалим, улица Зайцева, это Советская улица. Впереди мост через реку Иерусалим. Место очень красивое, вот, но имейте в виду, останавливаясь на ночевку, на привал, цены здесь, конечно, соответствуют красоте. Красоте в переносном смысле. Цены тут заоблачные. Если остановиться на ночевку, на привал в мотеле, то придется заплатить круглую сумму. Но ночью ситуация бывает безвыходная, когда и ехать дальше уже нельзя, и на обочине не остановишься. Невероятно красивый вид с моста на Иерусалим. Рюзань. Через Рюзань объехали. Попытались что-то там камерой повернуть, но, конечно, это... Ну и больше тут это попытка. Благие намерения. Привязаться не к чему. Через Иерусалим проходит железная дорога, то есть попасть можно не только на автомобиле, но и на поезде. Просто невероятно красивые места. Вот лучше один раз, наверное, посмотреть, чем 100 раз услышать. Впереди совсем далеко, с левой стороны, будет поселок Бакал. Или Бакал. Горы мешают связи, поэтому слышимость на 15-м канале не очень. Послушать оригинальное аудио на Видеодорог 2, на аккаунте Видеодорог 2, но это будет попозже. FM-радио здесь нет. Thank you.
Вот с левой стороны по ходу, как их можно назвать, я не знаю, вершина, наверное, голая шишка, 835 метров от уровня моря, камешек 729 метров, шелдивый двор 826 метров, это с левой стороны, с правой стороны ягодная, высокая шишка 587 метров. Ну вот такие вот. Такие вот вершины, наверное. С правой стороны примерно в километре проходит трасса 70К118. 70, не знаю, что такое, честно говоря. 75К532. Ну вот на дороге стоит такой указатель на всем протяжении. Ни разу там не ездил, не знаю. С правой стороны высота Винная, 562 метра. Просматривая видео, можете убедиться, что места для ночевки, для отдыха, для привала не очень много. Поэтому заранее планируйте место остановки. С левой стороны высоты Застенная, Муслимка, Брусничная. С правой стороны. С правой стороны Лубочная. Присек 642 метра. Вот так вот. Все в деревьях, насколько хватает глаз на карте, все в лесах. Так, с правой стороны чуть впереди. Населенный пункт Катавка. Дальнобойщики встретились на трассе, обменялись информацией. Довольно частая картина, когда в эфире обмениваются, увидев знакомого, радио обменивается. Так, повторю, с правой стороны Катавка, населенный пункт, с левой стороны Родничный поселок. И далеко с левой стороны населенный пункт. Да что такое? Далеко с левой стороны Бакал, населенный пункт. Проехали поворот на поселок Родничный и на... И куда?
и на Бакала был левый поворот. Больше ничего не вижу. Временами вот появляются такие участки, которые дают возможности обогнать тихоходы. Так что пытаться обогнать на участках, где нет специальной полосы, лучше не пытаться. На трассе есть места, где можно вот, обогнать тихоходы. Впереди река Садка, ну и далеко впереди сам город. Там я тоже не был. Ну, сам город Садка, он на берегу Садкинского пруда, одноименные, видно на карте населенные пункты Малая Запань, это в пригороде, наверное, города, Первомайский поселок, Западный микрорайон, то есть довольно-таки обжитое место, развитое, хотел сказать. С правой стороны лесничество. Большая Запань, Черная речка. Вот такие населенные пункты. Все это с левой стороны, извиняюсь. Вот вторая половина перевала, она более такая, как с левой стороны сопка, высота обустроена, что ли. Татарлсы иногда 605 метров и Тяпкина 645 на подъем, одна на спуск, иногда две, ну да, обычно, необычно, а стандартно. На спуск, с левой стороны также на подъем, впереди, с левой стороны Козымовская высота 668 метров. Если это что-нибудь говорит вам, мне, например, ни о чем. С левой стороны, вот примерно в 3 километрах к мосту, Садкинский пруд, через реку Большая Садка, очень красивое место, кстати, поселок Лесничество. Впереди река
большая садка или садка. Примерно через 3 километра впереди поворот налево. Это к городу Садка. Что тут еще? Ну и ничего больше. Дорожные щиты, указатели подскажут, где что находится. Я не знаю, как правильно, садка или садка. Впереди, с левой стороны, населенный пункт называется Березовый мост. Левый поворот ведет в населенный пункт Малый Бердяуш. Слышите, да? Чем торгуют шарики и прочая хрень. Трасса М5, Урал, двигаясь в сторону Челябинска. Больше пока ни к чему привязаться не могу. Это перевал через Уральские горы. Я уже говорил, по-моему, примерно километров 200 он занимает. Лучше всего его проходить в светлое время. Совершенно ничего нету, ни слева, ни справа. Ну, совсем далеко, совсем
Жукатау, поселок деревенька, наверное. Далеко слева железнодорожная ветка и станция центральный Тондуш. Чуть ближе Куваши поселок. Мосты через речку Черная, самое популярное в России название. Первый мост был это Черная, вторая Куваши. Куваш, река Куваш. Ну, вот такое легкое зубоскальство на протяжении всей дороги. Кто будет смотреть в реальном, с реальным аудио, это о строителях идет разговор за качество работы. Добрые. Вот иногда догоняешь тихоход, там скапливается хвост приличный и вынужден плестись с такой же скоростью. Поэтому особо гнать по перевалу нет смысла. Все равно впереди догоните тихоход. И дилемма, или же плестись в хвосте, или же рисковать идти на обгон.
Так, не очень далеко впереди город Златоуст. Тоже объездом, заезжать не буду. Златоустовский пруд. Через Златоуст проходит река Ай. Ай. Вот левый поворот на развязке, это FM нету, хотя вот послушать 15-й канал уже как-то как бы разнообразить монотонность движения. Вижу улица Ленина, проспект 30-летия Победы. Ну и районы, жилые районы Строитель 2 и другие. Повторю, что через Златоуст проходит река Ай. Но по пути мы будем по мосту ее проезжать. Так. Алло. Да? Так, что Златоуст проехали. Сейчас будет левый поворот, который тоже ведет к Златоусту.
Вот такая вот полянка. Развязка, левый поворот. Трасса М5 Урал на Челябинск. Кучка. Скорость падает до минимума. Ну вот две полосы в одну сторону. Вот нужно Большегрузу занять левую, чтобы насолить. Далеко слева впереди Нижний Атлян. И мост через реку, река Атлян, одноименное название города, может, поселок. Левый поворот на Нижний Атлян. Нижний Атлян, трасса М5, Урал. Двигаемся в сторону Челябинска.
Ну вот он сейчас, наверное, уже прошел этот кадр. Он мигнул левым поворотником, запрещая обгонять, потому что шла встречка, я не видел. Впереди железнодорожный переезд. Впереди километров через 10 левый поворот к Миас, на город Миас. Я там тоже не был. С правой стороны Андрей впереди не был. Населенный пункт Миас, наверное, не Смородинка. Златоуст, и чуть дальше, опять-таки справа, Черновская, не был, примерно в километре от Ну вот в Миасе вижу название «Уральский автомобильный завод», поселок Мелентьевский, озеро Косыкуль, Поликарпов пруд. Это вот то, что возле Миаса. А с правой стороны озеро Ильменское. Вернее, все это с левой стороны. Подъезжаем к развязке, которая ведет к Миасу. Ну, на трассе будет много информации. И стела будет стоять, и щиты дорожные. Далеко впереди, с левой стороны, Чебаркуль. Километров через 13-14 левый поворот к Чебаркулю.
Через 6 километров будет левый поворот Чебаркуля. С правой стороны озеро Большой Еланчик. Река Кундуруша. Река Кундуруша. Проезжаем по мосту по трассе М5 Урал в сторону Челябинска, Кургана, Омска и так далее. Ну, остановлюсь на возле магазина купить воды из замерзайки. Вот такая тут развязка на Чебаркуле. Залью бензин сначала, а потом в магазин, вот это кафе, которое впереди. Опоздал на минуту-полторы с включением видеорегистратора, поэтому такой скачок получился. Повторю еще раз, с левой стороны город Чебаркуль, Чебаркульский метеорит, помните? Напомню еще раз, слева Чебаркуль, заправка называется Воман, город, маленькие поселки Малково, населенные Воровые остались слева. Но ничего больше не видно, не к чему привязаться. Цены, конечно, высокие,
Это объясняется, наверное, из-за сложности доставки. Ну вот, перевал уже практически пройден. На этом заканчиваю комментировать. Двигаемся в сторону Челябинска, трасса М5, Урал. Движение на восток. Следующей серии. Солнце справа, сзади в спину. Видимость великолепная. Полотно дороги сухое, по две полосы в каждую сторону. Недавно, кстати, сдали эту дорогу. Ну, меньше, около года, наверное. Ну все.